Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland, it's the Oscars! Меня зовут Андрей. Скажите, а куда вы приехали-то? Я вот не знаю, на самом деле, куда мы приехали. Вообще, мы туда приехали? Именинник. Вот именинник. Добрый вечер! Здрасте! Одни звезды у нас сегодня собрались, одни селебрити на нашей красной ковровой дорожке. А это же... Кто вы? Я, конечно, всероссийская звезда Анастасия Чичкова. Странно, вы меня не узнали. Вы знаете, да, то, что у нас сегодня Оскар? Сегодня у нас все кинозвезды здесь абсолютно. Я вижу. Это... Я вот ошибся, когда сказал Анжели, это Мерлин Монро скорее, да? Что-то из этой серии. Николь, ответьте на один вопрос. Как вам ваша последняя роль в том самом провокационном фильме? Ой. Ну, сниматься было тяжело на камеру, да, в принципе, да. Ну, вообще, как вы согласились сниматься в фильме «Горячие жеребцы 8»? То, что делаем. Представляете, 8 горячих жеребцов на вас смотрит. Я бы тоже с трудом устоял, конечно. А кто бы не согласился? Нет? Вы, кстати, очень похожи на одну кинозвезду. Знаете, на какую? Нет. Ну, как думаете, просто? Стэтхэм. Стэтхэм, именно. Вы прям с языка сняли. Хорошо, вы долго готовились. Я смотрю, у вас прическа. Вы были в салоне, да, вам накручивали. Я просто я не успел, поэтому я плохо выгляжу, а вы прям... Вы мне нравитесь. Это странно слышать, но я просто бежал, и поэтому... Боялся опоздать, поэтому вот так вот прическа, да. Анастасия, я просто не признал вас. Богатые будете. Ей, что в скором времени я разбогатею. Я тоже на это надеюсь. Анастасия, вы сегодня одна или с кем-то? Ой, у меня вот много тут кавалеров, но вот самое главное, это вот моя вторая половинка, Катя Щербакова. Катя Щербакова! Здравствуйте, какими судьбами, Екатерина? Какими? Поздравить Михаила с его днем рождения. Смотрите, у нас здесь есть Михаил. Вы можете поздравить его, будете? Степан, скажите, какими судьбами вообще? Брат. Родной брат. Родной брат, друзья, аплодисменты. Похлопайте, родной брат. Какие у вас ожидания от того, что будет сегодня? Ну, мое главное ожидание, то, что будет много фана, мы будем тут до самого утра веселиться. Естественно, будут яркие поздравления с яркими людьми и, естественно, море много улыбок. Я считаю, это должно быть так. Что, Миша, друг мой дорогой, любимый, поздравляю тебя с днем рождения, 24-летием. Ты теперь совершенно взрослый. Все посмотрите и обратите внимание, насколько он сегодня красив. Специально надел зеленый галстук, чтобы выделиться, да? Я выбирал галстук, который подойдет ко всему моему наряду. Но ты сильно подошел. Последняя номинация, я в шоке. Я в шоке было много раз на этом мероприятии, но один из последних моментов был долгая-долгая речь, поздравление. Я думаю, вы поняли, кто это. Это Ника. Я тебе хочу пожелать, что там сейчас молчи. Сейчас я говорю. Я думаю, что твоя ближайшая поездка в Швецию тебе поможет даже. Потому что ты сможешь себе найти и Ханну, и Анну, и детскую семью, соответственно, на полгода прожить точно. И туда, и сюда, и пятый, и десятый. Что я тебе еще хочу пожелать? Вот, честно, ты мне искренне нравишься, правда. Ты классный парень. Правда, ты такой, сука, правильный. Что надо быть немного
немножко неправильно. Ну, потому что вот просто девочки на них не любят. Я по себе сужу. Где Ника? А где Ника? Говорите за нее тогда. Я чем много чего скажу, и Миша, тебе нужно назад.